Пик заболеваемости гриппом в Саратовской области ожидается в конце января. Такой прогноз озвучили специалисты регионального Роспотребнадзора в пресс-центре газеты «Комсомольская правда» в Саратове. На данный момент в большинстве субъектов страны заболеваемость снизилась, однако Саратовская область стала исключением. Отмечается увеличение питпорога на 13%. В настоящее время идет рост острых респираторных заболеваний, но, как заверили специалисты, грипп придет в регион в ближайшее время. Тем более в этом году ожидается появление нового штамма, так называемого гонконгского гриппа. Этот вирус, по словам медиков, более опасен, чем привычные инфекции. И чем опасен гонконгский грипп? Значит, грипп H1N1 Гонконг, который известен уже давно и давно циркулирует в человеческой популяции в качестве сезонного возбудителя, он немножко в последние годы, в последние месяцы изменил свои свойства, приобрел новые антигенные свойства. И население, в связи с тем, что вирус приобрел новые свойства, более восприимчиво к этому вирусу. Защитить от нового вируса в первую очередь поможет прививка. По словам иммунологов, в регионе уже привились 17% жителей. Новый транш препаратов в Саратовской области ожидается в середине октября. Пока же стоит быть внимательным к своему здоровью. При первых симптомах заболевания обращаться к врачу.